Активная фаза работ по восстановлению дорожного покрытия на участке оползня 54-55 километр приостановлена. Часть техники ушло. Выясняется, что под Ялтой где-то произошел тоже оползень. И туда в срочном порядке отправили технику. Как и обещали, открыта объездная дорога через село Поворотное. Кроме автобусов и крупнотоннажных фур. Вот активное движение идет по той дороге. 6 апреля. Снимаю рано утром, 8 часов утра.